На рынке труда Ульяновской области открыто свыше 13 тысяч вакансий. Все они со средней заработной платой порядка 26 тысяч рублей. По информации Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, около 10 тысяч человек требуется на рабочие специальности и более 4 тысяч на специальности служащих – инспектор, врач, учитель, бухгалтер, инженер и другие. Подобрать работу и оставить резюме ульяновцы могут на портале «Работа в России». Здесь зарегистрировано почти 3000 компаний. Кроме того, дело по душе ульяновцы могут подобрать на онлайн-ярмарках, вакансий, марафонах занятости, в рамках проектов «Открытые лица» и «Работа есть». По информации специалистов ведомства, в этом году продолжится реализация проектов, направленных на содействие занятости граждан. Ежемесячно будут проходить ярмарки вакансий, гарантированные собеседования с соискателями, открытые кадровые отборы и индивидуальные подборы.